Так, Юпитер. 9 июня 2021 год. Харьков, 4:21 по Киеву. Сатурн, я, к сожалению, прозевал. Слишком поздно. Очухался, уже слишком светло. Не успел я его найти. До того, как он исчез. Но зато Юпитер виден шикарно. В окуляре так просто. Не полосы, а штрих-код натуральный на Юпитере я вижу, экваториальный. И видно, справа еще до сих пор виден спутник Ио, слева Европа, Ганимед и Каллисто. Замыкает шествие. 697 миллионов километров до Юпитера. Сейчас я дам ему пройтись. По диагонали по экрану, а потом попробую с резкостью поиграться. Небо не идеально чистое, но это как обычно уже традиционная стала фраза. Ты где? Переборщил маленько. Сейчас найдем. Да, жаль, что Сатурна так редко сейчас погоды бывают хорошие. Ну, видно уже, что светло. Не как днем, а светло, потому что день. Так, сейчас пробую резкость чуть-чуть, может улучшить или ухудшить. Ну, прекрасно. И на том спасибо. Завтра будет солнечное затмение, но даже если повезет с погодой в Харькове, будет всего 4% закрыто солнечного диска Луной. Так что особых роскошеств не ожидаем. Хорошо. 4:25 в Киеве. Ой, господи, в Харькове по киевскому времени. 9 июня 2021 год. Попробую еще Сатурна Абум поискать.